4-летний персик, выращенный самостоятельно из косточки. Очень легко выращивается из косточки. Самое главное, дальше его растить правильно. Нужно его формировать кустом, желательно, чтобы он не был высоко в рост, потому что будет вымерзать. И еще кустом, почему? Вот, например, веточка. Обрезаем, постоянно обрезаем, но обрезаем не одревесневшие, потому что камедь пойдет, а желательно вот такие вот зелененькие. Вот обрезала, и сразу пошли новые веточки. То есть идет кустистость от обрезки. И персики, сами плоды, они образуются на боковых веточках. Поэтому нам нужно стимулировать обрезкой боковые веточки, чтобы персик плодоносил. Вот еще пример. Вот обрезала. Вот обрезала. И вот пошла кустистость. Вот эти вот, которые идут, новые, молодые, мы их тоже прищипываем или обрезаем. Молодые побеги можно обрезать, для растения это не болезненно.